Что такое Рождество? Рождество – это день рождения Бога. Это такой праздник. В нем день рождения Иисуса Христа. Это день рождения Иисуса Христа. Это когда все отмечают люди. Праздник. Это праздник в честь рождения Иисуса Христа. Рождество – это когда дарят подарки, приносят угощения и поздравляют друг друга. Что принято делать в этот праздник? В этот праздник принято креститься. Дарить всем подарки и помогать пожилым людям. Делать добрые дела, ходить в храм, помогать пожилым людям, дарить подарки. Этот праздник принято радоваться, вкусно накрывать на стол и есть. Ходить в церковь, молиться и радоваться. И благодарить Бога за все, что есть у них. Откуда к нам пришел праздник Рождества? Из города Вифлеем. Это где родился Бог и Христос воскрес. От самой первой звезды, самой яркой звезды. Из города Вифлеем, где родился Иисус Христос. Рождество к нам пришло из Вифлеема. Какие праздники ты еще знаешь? Татьянин день, 9 мая, Новый год, день рождения, день студента, Татьянин день и Новый год. Новый год, день Татьяны, 25 января, 8 марта, 23 февраля. Новый год. Я знаю праздник день рождения. Новый год, 8 марта.